Юные звездочки смогли зажечь публику своим артистизмом. Трудно было устоять на месте и не пуститься в пляс. В лагере «Счастливое детство» придумали свою программу, не похожую на другие. В музыкальных и хореографических номерах отражена жизнь лагеря, а она там очень насыщенная. В Здравнице действует много кружков. Это и студия танца, и уголок рукоделия, спортивные секции. Есть даже кружок ораторского мастерства. Сама задумка в том, что номера поставлены таким образом, как будто зритель проживает лагерную смену. То есть каждый раз у нас подводки, каждый к номерам объясняют, что это день второй, это закрытие смены, это открытие смены. Номера вожатские также присутствуют. Место, на самом деле, мы, как и все, в принципе, ждем, но нам, наверное, самое интересное – это действительно развить наших ребят, показать, что наши ребята действительно что-то могут показать, что они будут иметь какой-то опыт в дальнейшем, и это будет им удобнее и для них это будет полезнее. А Яна Орлова приехала из Питера, в Анапе впервые. Говорит, поначалу чувствовала себя неловко в большом коллективе, но со временем смогла раскрепоститься и даже обрела новых друзей. На концерте она исполнила танцевальный номер вместе со своей подругой. Стиль хип-хоп попробовала впервые, до этого занималась этническими танцами. Номер и движения придумывали сами. Я волнуюсь танцевать в такой большой сцене, но я надеюсь, что, мне кажется, что в конце мы все выйдем такие счастливые и с хорошими впечатлениями и настроением. В Анапе очень понравилось. Тут очень погода хорошая, отличается от Петербурга. У нас дожди, а здесь солнце, жара, это круто. Большая часть Здравниц уже выступила. Определились и первые лидеры. Но подводить итоги пока рано. Здравницы продолжают подавать заявки на участие. 3 августа свою концертную программу представит детский лагерь «Смена». А 4 числа на главной сцене курорта выступят творческие коллективы города Воронеж.